Погода, кстати, брат, не, ну, холодно вообще, короче. Просто ужасно. Ну, где-то, ну, минус 13 сотка показывает. Ой, минус 13, говорит, плюс 13 сотка показывает. Но я вот в костюме иду, кроме футболки, у меня такой, ну, Adidas зимний вариант. Я не скажу, что тепло, короче. Так, неприятно. Нет, сегодня, по-моему, Жене надо у консула спросить, что сегодня воскресенье. У них, наверное, это рабочий день. Но в Германии стабильный выходной, суббота-воскресенье. Здесь я не знаю, у них по-другому. Ну, я говорю, вот я смотрю, вот эти все здания, это еще в советское время было построено. По-любому это строили, не как в Кыргызстане, все равно. Вот посольство какое-то. Ну, тут, короче, вот такие по городу магазинчики. И это, внутри все заходят, там одежду или кушают, как бы не как у нас там, знаешь, рынки такого, может, где-то и есть, но не в Вильнюсе видно все так. Да, так, я тоже в один заходил вчера, посмотрел, просто. Ну, блин, в Германии, сейчас мне, короче, вот вчера Кен звонил, Макс, говорит, грандиозные скидки там будут какие-то на что-то. Надо сходу, посмотрю, может, что-то будет. Может, как раз Сереге что-то спортивное, если будет. Куда-то это в Верте, что ли, в баварском городе. Ну, что там мне сказал брат Макс. Посмотрим, что как.